И последнее. В минувшую субботу православные христиане отметили родительский день. Это время для поминовения усопших и посещения их могил. Родительская суббота или Вселенская панихида. В календаре православных церквей это особые субботы, в которые совершается Вселенское, то есть всеобщее поминовение усопших. В православной церкви прошедшая суббота стала особенной. В Сургутский район для проведения службы приехал митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Вечером совершаем тоже поминовение усопших, всех от века усопших наших отец, братьев, сестер. Всех, кто отошел от этого мира, в тамошний мир. Вот. Называется завтра родительская суббота. Великим постом всегда поминовение усопших особо поминается. Это говорит о том, что у Бога все живы, все едины.